Всем привет! Сегодня 14 августа 2021 года, и вас приветствует мальчик Никола. Чихуахуа, длинношерстный малыш, очень редкого и красивого окраса, соболь. Мальчик именно серого окраса, вот с таким подшерстком, смотрите, какого окраса. Он вылиняет и будет светленький, такой, как его лапки. А на кончиках будут черные волоски. Мальчик миниатюрного размера. Игра у нас тут происходит. Очень маленький, не миник, но в районе 2 килограмма вырастет. С короткой вот такой мордашкой, давай покажемся. Без дефектов. Мальчику 2 месяца и 1 неделя. Он родился 7 июня 2021 года. Привит первой прививочкой. Обработан по графику от простейших и гельминтов. Вот такая вот прелесть. Имеет документы клуба, татушечку в паху, все как положено, с хорошим характером, игривый. Показываю вам его близко и крупно. На самом деле это очень такая маленькая крошечка. Если рядом с моей головой, то это вот такой вот кнопик. Кому интересно, обращайтесь. Мы находимся в Симферополь, Крым, Россия. Доставка по России оговаривается индивидуально. Есть доставка в город Минск зоокурьером. Мы щенков не доставляем. А этим занимается специальная служба зоотакси. Мальчика зовут Никола, сынок нашего Филиппа. Такой красавчик. Вот такой красавчик. Вот такой, скажи, красавчик. Ну, покажись. Давай. Покажемся поближе. Угу.